Блин, тут снимать нельзя, так. Кот. Лев, кот. Вот тут вы, ребят, будете жить. Лев. В этих комнатах офигительных. Отсюда будете ездить на все вот эти вот места злачные, где я вам показывал. Пока. Дата 3. Ребят, привет, только проснулись вообще. Я на крыше там просидел еще полночи. Просто место удивительное. Вид из окошка такой, блин. Спали на это. Тишина вообще просто непередаваемая. Только под утро птички зачирикали. Ну все, ребят, мы прощаемся, уходим. Уходим вот туда, в туман. Бордеви. Последний храм, который мы должны посмотреть на пути следования всех пилигримов. Это Бордеви. И оттуда мы уходим уже в город. Общая протяженность нашего маршрута сегодня пешего 19 километров. Кому-то тут напоминает он слона, но вот это вот раздвинутые ноги, ну, в общем, напоминает женскую суть вообще на самом деле. Все, ребятки, потопали мы в джунгли. Пожелайте удачи, ребята. Вот видите вот эту гору, да, как раз напротив, видите, там такой полукруглый, как вход в грот. Видите, да, идет скала такая, ну, гряда небольшая такая скальная идет. И там вон такой полукруг, и там узкие-узкие такая полосочка, как вход. Видите, да? Знаете, что это такое? Это просто пипец. Я не скажу вам, что это такое. Вот надо сюда приехать, чтобы услышать это. Это просто пипец. Это просто. Ну все, мы топаем обратно. Ребята, я думаю, что это прекрасное место, чтобы изучать Рамаяну. Ну, не читать ее полностью, потому что она огромная, а прочитать ее хотя бы в кратком пересказе до несколько дней. Сюда с детьми можно приезжать, потому что здесь абсолютно безопасно. Здесь нет тигров,
и сюда не приходят леопарды. Вот. Фу, львов, тигров, говорю, львов. Львов нет, потому что они вон там находятся. Сюда они не выходят. А те леопарды, которые приходят, тут есть им нечего, и они сюда уже перестали приходить. Удивительное место. Просто, ребята, здесь такое силище вообще просто неимоверно. Я полночи на крыше просидел. Фу, как тут, конечно. Да. Вот это места, конечно, здесь это просто пипец.